День защитника Отечества – это праздник мужества и патриотизма, праздник истории. Поздравления в этот день принимают не только те, кто в армейской форме сейчас стоит на страже государственных границ, но и, конечно, все представители сильного пола. Смотрите опрос с улиц города. Мужчинам здоровья, воинам крепчать, улучшать боевую выучку, молодым ребятам, которые еще не служили, готовиться стать достойными защитниками нашей священной Родины. Хотелось бы пожелать вам счастья, здоровья, удачи, чтобы никогда не было войны и все жили мирно в этой прекрасной стране. Я поздравляю всех мужчин города Бердска с праздником Днем защитника Отечества. Наши мужчины – это не только защитники Родины, но защитники наших семей. И это наша опора, это наша сила, это наша надежда. Без мужчин нам сложно будет жить. Поэтому я всем желаю крепкого здоровья в условиях ковида, чтобы не болели, чтобы здоровье было крепким. И чтобы было сил, энергии на хорошие свершения, на трудовые в том числе. Да, чтобы дружно было, чтобы войны не было. Не приходилось ни от кого Родину защищать. Мира, добра, любви, счастья. Поздравляю всех мужчин города Бердска и гостей с Днем защитника Отечества. И я им хочу пожелать чистого неба, душистого хлеба, родниковой воды и ни минуты войны. Ни им, ни нашим детям. Хочу всем пожелать огромного здоровья, всем ветеранам сказать спасибо за то, что вы сделали для нас, что мы сейчас, будущее поколение, всегда готовы вспоминать все ваши подвиги, которые вы сделали для нас. Я хочу пожелать мальчикам смелости и отваги за то, что всегда были готовы постоять за нашу Родину и защищали своих женщин. И спасибо всем. Что хотелось бы пожелать? Здоровья, самое главное. Удачи в делах, семейного благополучия. Всем ветеранам Бердской бригады, всем настоящим мужикам, кто служил и кто не служил. Все равно все защитники, все защищают свою Родину, свою семью. Здоровья, удачи в делах, всех благ в этой жизни. Всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы никогда не было каких-то страшных ситуаций. Ну и с праздником всех. 23 февраля. Поздравляю дорогих мужчин с праздником, с Днем защитника Отечества. Вы для нас обязательно защитники. Мы вас любим.